Изерские зубчатки. Июль 2020 год. Кордон Меселя, вдали гора Маяк, Инцерские зубчатки. Всем привет, мои друзья, с вами Владимир. Приехал я на кордон Меселя, хочу вам показать его. Посмотрите, этот кордон расположен где-то в 15 километрах от Терляна, 12-15, так точнее будет. Здесь раньше жили люди, было 40 дворов, магазинчик был, занимались лесозаготовками. Смотрите, речка Меселя протекает здесь рядом. Вот здесь была плотина. Видите, какой сруб еще остался лиственный. Весной, значит, вода скапливалась. И по весне сплавляли лес. Терлян, в Белорецк, по речке Терлянка. Вот вдали гора Машак. Сейчас покажу вам ее с увеличением. Вот гора Машак, хребет Кумардак. Высота ее свыше 1200 метров. Свыше, надо уточнить. Шикарная гора, великолепные виды с нее открываются. Полюбуйтесь. Вот такой вот пруд был здесь. По-моему, был довольно приличный. Стояли ручные затворы. Их опускали, поднимали. Держали воды. Сенокос начался. Люди косят траву. Вот, друзья мои, познакомил я вас с кордоном Меселя. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока, всем мира и добра.